году Мелания стала номинантом первой детской премии Ukrainian Kids Awards. В номинации до 10 лет получила звание «Лучшая исполнительница». Во Дворце Украины девочка исполнила песню «Тато». Проследились даже самые стойкие. На отборе участников детского Евровидения Мелания спела песню «Облака». Из более чем 100 претендентов из всей Украины жюри выбрали 5 самых достойных голосов. Попала в финал и Мелания из Кривого Рога. Говорит, что выступать было не страшно. Мечтает стать певицей, ведь сцена ей приносит море приятных эмоций. Когда я стою, и у меня следующий номер, тогда я боюсь. И когда выхожу, и включается музыка, то я уже не боюсь ничего. Ты и чуть-чуть волнуешься, и надо петь, и чтобы надо поехать, чтобы получить что-то. Ты боишься, вдруг ты ничего не получишь. Хоть девочке всего 8 лет, она уже знает, что главное – идти к победе и твердо в нее верить. Уверена в этом и Мелания, и ее преподаватель по вокалу. Елена уже 18 лет учит детей эстрадному пению. Она умеет включаться, умеет работать, умеет сосредоточиться на задаче, умеет не отвлекаться по пустякам. И очень важно то, что она закрепляет всегда то, что мы работаем в классе, она закрепляет дом. Можно иметь 10% таланта, 90% трудолюбия. Без труда ничего не получится. Дома девочку называют Миля. Ее мама говорит, это очень символично, как ноты «ми» и «ля». Хотя раньше об этом не задумывались. Рассказывает, сначала дочка пошла на танцы. Потом поняли, что она очень любит петь, потому отдали на вокал. Приятнее всего ощущать радость победы, когда у ребенка все получается. Первый конкурс, вот ей было 6 лет, и нам предложили поехать в город Одессу на международный сразу конкурс. И там вот среди многочисленных детей, вот она заняла первое, третье место, сразу призовое, то есть, и поэтому отсюда вот пошел толчок, ей очень понравилось, она очень загорелась. Сейчас у Мелании уже очень много наград и дипломов. Она участвовала как во всеукраинских, так и в международных конкурсах, но больше всего мечтает представить Украину на детском Евровидении. Конкурсный отбор пройдет в прямом эфире одного из национальных каналов ближе к осени. Выбирать победителя будут зрители, потому поддержать криворожский талант сможет каждый желающий. Вера Николаевна, Евгений Нестор, Первый городской.